Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем коротком видео мы быстро обсудим с вами главную фишку обновления 11.4, которая выйдет уже сегодня, 6 ноября 2024 года. Эта фишка действительно перевернет игру с ног на голову. Раньше игроки, играющие на ПК, имели существенное превосходство над игроками с портативных устройств, потому что мышью подправляли свой прицел и в нужный момент нажимали на клавишу мыши, совершая более точные выстрелы. Ну а игроки с портативных устройств тратили время на то, чтобы подправить прицел, и только после этого нажать на выстрел. Теперь, заходя в снайперский режим, нажимая на кнопку выстрела, вы не будете производить выстрел, вы будете иметь возможность зафиксировать свой прицел, подправлять его в необходимую зону и, отпуская клавишу, совершать, соответственно, то и более точные выстрелы. Не хотите стрелять, нажимаете на красный крестик, либо два раза нажимаете на джойстики и сбрасываете свой выстрел для того, чтобы не тратить драгоценные снаряды, в частности, в барабанных машинах. Фишка действительно классная, я имел возможность потестить это на портативном устройстве, и мне, честно говоря, понравилось. Геймплей абсолютно другой, ну а результативность в боях действительно вырастает. Вы можете подправлять свой прицел на хорошо забронированные машины и точно их пробивать. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю хорошо обновиться, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!